Apple iPhone 11 Pro Max против Samsung Galaxy Note 10 Plus. Сегодня у нас такое противостояние. Надеюсь, оно вам понравится. Поэтому, ребят, не забывайте ставить лайки, друзьям рассказывайте, колокольчик нажимайте. И чем больше лайков наберет этот ролик, тем быстрее выйдет следующий, так сказать, версус, следующее противостояние следующих гаджетов, игр, платформ, операционных систем и тому подобное. Поэтому, ребят, ставьте лайки, не скупитесь на лайки, поехали. Любишь себе побаловать различными гаджетами? Или, может, не знаешь, какой сделать подарок себе или своим близким? Тогда тебе на наш сайт, где ты можешь открывать коробки с рандомными предметами внутри. На сайте есть куча коробок, которые ждут тебя. Коробки есть с разной стоимостью и разными призами. Например, если ты геймер, то тебе точно понравится игровая коробка, где ты можешь получить от коврика для мыши до топовой видеокарты GTX 1080 Ti. Если ты фанат техники Apple, то тоже найдешь свои коробки с айфонами, айпадами, можешь даже iMac Pro получить. Если не понравится то, что тебе выпадает, можешь сразу же продать на сайте и получить свои деньги. Доставка по всему миру, ссылка в описании, обязательно заходи. Почему же все-таки стоит выбрать Apple iPhone 11 Pro Max? Чем же он лучше Samsung Galaxy Note 10 Plus? Во-первых, там на 20% больше мегапикселей во фронтальной камере, 12 мегапикселей у iPhone против 10 у Samsung. Также у iPhone больше микрофонов на 1, у него 3, у Samsung 2. Чем больше микрофонов имеет устройство, тем лучше оно фильтрует фоновые шумы и улучшает общее качество записи звука. iPhone поддерживает 2 сим-карты на 4,3 мм короче, 158 мм против 162 мм у Samsung, имеет NX-бит. NX-бит помогает защитить компьютер от вирусных атак. Это крутая тема, учитывая то, что взламывают всякие там каналы, ваши кошельки. Это реально крутая тема. За это вот прям вы должны как минимум поставить лайк. Количество светодиодных вспышек на 2 больше у iPhone 4 против 2. Вспышки с несколькими светодиодами используют светодиоды различной цветовой температуры, теплый и холодный свет для улучшения цветового баланса в зависимости от условий съемки. Также iPhone имеет барометр. Он измеряет атмосферное давление воздуха. Он может предсказать изменения погоды. Например, внезапное падение давления воздуха может означать надвигающуюся бурю. При правильной калибровке он также может быть использован для определения высоты, что помогает быстрее подключаться к сети GPS и точнее определять положение. Доступно на 396 больше эмодзи или эмоджи. У iPhone 1956, у Samsung всего лишь жалкие 1560. А почему же стоит выбрать Samsung? Во-первых, емкость аккумулятора больше на 8,34%, 4300 мАч против 3969 у iPhone. Также у Samsung, по всей видимости, лучше экран, а именно больше плотность пикселей, 498 ppi против 458 ppi, то есть плотность пикселей на дюйм. Также у Samsung, что немаловажно, на 8 гигабайт, на целых 8 гигабайт больше оперативной памяти. 12 гигабайт у Samsung против 4, всего лишь жалких 4 у нового iPhone. То есть получается в 3 раза больше оперативной памяти у Samsung. Для тех, кто понимает хоть немножечко, что это такое, явно отдаст предпочтение и отдаст серьезный такой жирный балл в пользу Samsung. Также у Samsung существенно выше разрешение экрана, а именно на 31,12%, 1440 на 3040 пикселей против 1242 на 2688 пикселей у iPhone. Также мы берем здесь самые большие версии смартфонов, а именно Pro Max у iPhone и Note 10 Plus у Samsung. И в данном случае побеждает также Samsung, 6,8 дюйма против 6,5 дюйма, то есть на 4,62 больше экран у Samsung, но это довольно спорный плюс, здесь бы я вот однозначно балл в копилку Samsung не стал бы отправлять, так что кому-то нравятся чуть более энергоемкие смартфоны, кому-то побольше. Также у главной камеры больше пикселей, это я про Samsung все еще, на 1,94%. Также Samsung имеет слот для карт памяти на 30 граммов, также Samsung при всем при том, что он больше легче каким-то образом. Давайте пройдемся по функциям, которые есть в этих двух смартфонах и посмотрим, где они есть, где их нету, и дадим предпочтение опять же определенным
устройством, исходя из всех этих параметров. Многопользовательская система. Apple, конечно же, нет, это же iOS. Samsung, конечно же, да, потому что это Android. Поддерживает Java? Конечно же, Apple не поддерживает Java. Здесь тоже галочка в пользу Samsung Galaxy Note 10 Plus отправляется. Бесплатный и открытый исходный код. Это для обычных пользователей, в принципе, особо не важно. Это важно для разработчиков. Любой может свободно использовать, скопировать, исследовать, изменять программное обеспечение. Исходный код открыт и рекомендован для добровольного улучшения дизайна программного обеспечения. Такого нету в Apple. Там все очень автономно. В отличие от Samsung Galaxy Note 10 Plus и Android системы. Имеет распознавание голоса в Offline. Такого, к сожалению, нету в Apple iPhone 11 Pro Max, а в Samsung Galaxy Note 10 Plus такая функция есть. Также и Apple, и Samsung поддерживают виджеты. Далее довольно важная вещь, это версия USB. В Apple почему-то по-прежнему стоит вторая версия USB, хотя уже в Samsung и в принципе давно на рынке используют третью версию, так что здесь однозначно побеждает Samsung. Имеет NFC. Здесь и Apple, и Samsung имеют NFC, и в принципе здесь по версиям эти штуки не отличаются. Поэтому здесь и туда галочка отправляется. Имеет USB Type-C. USB Type-C имеет двустороннюю ориентацию коннектора и направление кабеля. У Apple такого нету, у Samsung есть, хотя здесь тоже однозначно я бы не стал выделять. То есть тут плюс, тут плюс, тут как-то кому как удобнее. Поддержка OpenGL. ES 3.0 предоставляет улучшенную игровую графику. То есть, грубо говоря, какой смартфон лучше в играх. Здесь пока вот по этому параметру мы не можем определить, потому что и в Apple, и в Samsung такая штука есть. Имеет гироскоп и Apple, и Samsung. Имеет сканер отпечатка пальца. Здесь в Apple почему-то эту функцию убрали, когда она раньше, в принципе, была и достаточно успешной, и часто, и, в принципе, это нравилось пользователям. Ее почему-то убрали. Samsung Galaxy Note 10 Plus такая функция по-прежнему есть, и, насколько я знаю, ее улучшили, стала она еще лучше работать. Это классно. По версии Bluetooth здесь смартфон не отличается, у того и того пятая версия Bluetooth. Поддержка ANT+. ANT+ представляет собой беспроводной протокол, похож на Bluetooth Smart и очень энергоэффективный. Он в основном используется для устройств фитнес-мониторинга, таких как мониторы сердечного ритма и датчиков частоты педалирования для подключения к другим устройствам, например, спортивные часы, смартфоны, велосипедные компьютеры. Это довольно часто используемая сейчас штука, поэтому здесь однозначно дается плюс в пользу Samsung, потому что просто такой функции нету. Далее идем, достаточно важная функция, и здесь плюс отдается Apple, потому что Apple стал поддерживать две сим-карты. В Samsung Galaxy Note 10 Plus такой функции нету. Оба смартфона имеют компасы, Apple и Samsung. Оба смартфона не имеют монитора сердечного ритма. Далее идем, это поддерживает больше языков. Поддерживает больше языков, естественно, Android. Здесь как бы зависит как раз таки от операционной системы, а именно сейчас там установлен Android 9.0. Хотя уже на самом деле вышел Android 10, я думаю, он тоже в скором времени появится и на Samsung Galaxy Note 10 Plus. Но там, возможно, будет еще больше языков, а пока 125 языков, когда у iOS 13, то есть у iPhone, всего лишь 56. Ну, про барометр мы уже говорили. У Samsung его нету, у Apple он есть. Имеет функцию AirPlay. Здесь побеждает Apple iPhone 11 Pro Max. Ну, вообще, это на самом деле их технология, и логично, что он у Apple есть. У Samsung его нет, на самом деле, это очень крутая технология. AirPlay позволяет беспроводное подключение устройств Apple к внешним экранам или колонкам. Вы можете легко отображать видео и музыку из iOS устройств, играть в игры как на консолях или презентовать слайд-шоу на экране телевизора. Это реально крутая функция. Имеет сканер радужной оболочки глаза. Здесь дается предпочтение все-таки в Samsung, потому что Apple опять же нет такой функции. Имеет стилус, здесь побеждает Samsung Galaxy Note 10 Plus, но это достаточно неоднозначная штука, потому что в большинстве, подавляющем большинстве смартфонов стилуса нету, поэтому достаточно неоднозначный плюс, но тем не менее все равно отправляется в копилку Samsung. Также Samsung Galaxy Note 10 Plus, в отличие от iPhone, может использован в качестве ПК. Интерфейс устройства позволяет использовать его как компьютер, просто подключив устройство к док-станции, подсоединенной к дисплею, и добавив периферийные устройства. А вот это очень крутая штука, под 48 номером, имеет инфракрасный датчик, и Apple и Samsung имеют такую штуку, это реально крутая штука. С инфракрасным датчиком устройство может обнаруживать движение путем измерения инфракрасного излучения объектов в его поле зрения. И вообще вы можете, допустим, использовать свой смартфон, как Apple, так и Samsung, в качестве...
пульта, например, для какого-нибудь кондиционера, для телевизора, для вот вообще всех устройств, где вот как раз таки используются эти инфракрасные датчики. Итак, по итогу побеждает, конечно же, Samsung Galaxy Note 10 Plus. Он получает 90 баллов из 100 возможных. Apple iPhone тоже классный, конечно же, смартфон, но он получает 81 балл. Что бы выбрал лично я, так как я достаточно много времени провел на Android и совсем мало на iOS, я бы, наверное, все-таки предпочел выбрать iPhone только потому, что мне бы хотелось более подробно изучить эту платформу и вообще новый смартфон. Samsung Galaxy Note 10 Plus, это, конечно, хорошо, у меня как бы Samsung Galaxy S8 Plus, да, довольно уже старенькая версия смартфона, ну и вообще немножко другая версия смартфона, но тем не менее, я в принципе понимаю, что, на что способен этот аппарат, и я думаю, сильно Galaxy Note 10 Plus не отличается от моего аппарата, а вот все-таки Apple iPhone 11 Pro Max, это совсем другой аппарат, как мне кажется, и мне просто было бы интересно на нем пожить, так сказать. Тем не менее, по факту, Samsung Galaxy Note 10 Plus лучше. Поздравляем победителя! И, ребят, напишите в комментариях, что вы бы выбрали. Либо Apple, либо Samsung, Galaxy Note 10 Plus, либо iPhone 11 Pro Max. Пишите об этом в комментариях. И, пожалуйста, старайтесь быть объективными. Пожалуйста, напишите убедительные доводы в пользу того или иного смартфона. С вами был канал «Это реально интересно». Максим Шубин меня зовут. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов на этом канале. Также смотрите мой ролик по обзору айфона. Вот он высветился в конечной заставке, обязательно его посмотрите. Также другие ролики мои смотрите. Всем удачи и до скорой встречи.